Казанском федеральном университете пройдет студенческий марш, посвященный 71-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Марш символизирует идею сплочения университетского сообщества вокруг самого знаменательного события в истории страны. Как и в прошлом году, студенческий марш победы начнется с возложения цветов к памятнику герою Советского Союза, поэту Мусе Джалилю. Вместе со студентами в марше примут участие и ветераны Великой Отечественной войны. Также в рамках мероприятия состоится митинг университетской общественности, шествие студентов, преподавателей и выпускников университета, почетного батальона КФУ, бессмертного полка Казанского университета, взвода представителей федеральных университетов по улице Кремлевской от памятника Мусе Джалилю до главного здания КФУ. Также пройдет гала-концерт фестиваля «Студенческая весна-2016», а наш телеканал в этом году будет вести прямую трансляцию прямо с места событий. Аделя Мухаметшина, Универньюз. We'll be right back.